сказать, включить. Мы готовы. Вчера в заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике принял участие Владимир Иванов, министр образования республики. Ольга Пырочкина узнала, какие темы поднимались на встрече с парламентариями. Мы сегодня открываем Дни Чувашской Республики в Совете Федерации. И это тоже большое для нас событие. Сегодня мы рассматриваем вопрос на тему проблемы и перспективы развития региональной системы образования Чувашской Республики в условиях реализации федерального закона об образовании в Российской Федерации. Для Федерации важно и интересно знать, как регионы реализуют у себя новый закон об образовании, отметил Владимир Иванов по возвращению столицы. Именно об этом он подробно рассказал на заседании комитета. Кроме наработок и достижений, затронул доклад министра и болевые точки. У нас сегодня достаточно низкий уровень охвата детей системой дополнительного образования, 36%, а задача ставится 75%. А это сделать можно только тогда, когда будет выстроена вертикальная система финансирования Российской Федерации, Чувашской Республики и муниципалитетов. Без финансовой поддержки на уровне страны не обойтись и среднему профессиональному образованию. Сегодня система профессионального образования находится в очень тяжелой ситуации, потому что 80% зданий, сооружений наших техникумов, они требуют капитального ремонта, они требуют хороших вложений, а без федеральной помощи, только за счет республики, эту задачу мы не решим. Затронули вопросы организации процесса подготовки будущих учителей. Зарплаты в школах растут. Молодые педагоги вроде идут работать в образовательные учреждения, но к самой педагогической деятельности не готовы. Мы предложили по принципу ординатуры предложить, значит, год или стажировки, или во время учебы увеличить количество практических занятий, чтобы один день в неделю студент, старшекурсник, будущий учитель работал в школе. Предложения и варианты решений, по словам министра, в Совете Федерации услышали. Теперь их, вероятно, будут рассматривать на федеральном уровне. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.